второе место среди районов республики по собственным доходам и сбору налогов. Активное развитие агропромышленного комплекса. В Цивильском районе подвели итоги работы за первое полугодие этого года. Основная отрасль, на развитие которой делают упор в районе, агропромышленная. В 2019 году здесь запланированы 4 инвестиционных проекта. Общество с ограниченной ответственностью «Вурнарец» получило от государства почти 2 миллиона рублей на приобретение сельхозоборудования. Общая площадь посевных в этом году составила более 28 тысяч гектаров. По результатам анализа биологической урожайности валовый сбор зерновых и зернобобовых культур по району ожидается на уровне 52 тысяч тонн 500 килограмм. Картофеля 5 тысяч тонн 100 килограмм, овощей 2 тысяч тонн. В отрасли животноводства произведено 5915 тонн мяса, скота и птицы на убой. Производство молока в хозяйствах всех категорий составило почти 7723 тонны. На территории района в местах вывоза твердых коммунальных отходов установили 680 контейнеров. Осталось совсем немного. Активно строится жилье. В сравнении с прошлым годом показатель выше на 42%. Постепенно снижается задолженность за газ в районном центре. В этом году реализуются 20 проектов инициативного бюджетирования на сумму более 30 миллионов рублей. Одна из основных проблем, которую необходимо решать в районе – некачественные дороги. Основной вопрос по району – это дороги районного значения в границах населенных пунктов. На сегодняшний день, в этом году, в рамках дорожного фонда предусмотрено порядка 50 миллионов на содержание и ремонт районных дорог. А в границах населенных пунктов предусмотрено 24 миллиона. Сейчас мы активно работаем. Вот две дороги районного уровня ремонтируем. В границах населенных пунктов 25 дорог. Также благоустраиваем 8 дворовых территорий. На совещании были обозначены и другие вопросы. Многофункциональному центру нужны дополнительные площади для размещения сотрудников и приема граждан. Цивильский историко-краеведческий музей ждет дополнительного финансирования. Выделено 9 миллионов на реконструкцию этого исторического здания, в котором находится Цивильский историко-краеведческий музей. Но составлена сметная документация, которая стоит 26 миллионов рублей. И у нас такая просьба. Имеется ли возможность провести реконструкцию вторым этапом, чтобы продолжить, ну, завершить все работы? Вопрос понятен. Есть у нас Министерство культуры. Я прошу с ним отработать этот вопрос. В целом, конечно, можно вернуться к финансированию. Такая проблема практически по всем объектам, включенным в план мероприятий. Все вопросы и предложения, прозвучавшие на совещании, будут рассмотрены в приоритетном порядке. Ольга Алексеева, Андрей Спиридонов, Республика.